Пока, семья. Увидимся. Мы будем скучать, дорогой. Возвращайся, папочка. Какая девушка. Кажется, я влюбился. Это вам, леди. Мои любимые цветы. Какой вы милый. Вот мы и прилетели. Я буду очень счастлива. Этот пляж считается самым красивым. Мне здесь нравится. Давай переоденемся и начнем наслаждаться. Отличная идея. Знаешь, я влюбился в тебя с первого взгляда. Твои чувства взаимны. Пожалуйста, ваши фрукты. Это все для тебя, дорогая. А вот шляпка, которую вы просили. Это тоже тебе, Кэра. О, это так мило. Ты очень заботливый. Я так счастлива, что встретила тебя. Мы больше не расстанемся. Здесь все безумно вкусное. И фрукты, и напитки. Я всегда выбираю все самое лучшее. Кстати, у меня подарок для тебя. Когда я увидел это колье, сразу подумала о тебе. Оно такое красивое. Вау. Я влюблена. А теперь давай повеселимся. Мы хотим покататься на водном байке. Да, конечно. Ты за рулем, любимая. Вау! Как весело. Давай быстрее. У-ху! Мы настоящие водные гонщики. Прыгаем с байка. Вода очень теплая. А теперь я за рулем. Погнали, красотка! Это было просто супер! Мне так весело с тобой! Мы идеальная пара! У меня для тебя еще один сюрприз. Вот ваши деньги, сэр. Спасибо. Вот ваш ключ. Не совсем мой. Это тебе, дорогая. Ключ? Я купил тебе этот дом на острове, чтобы ты всегда могла здесь отдыхать. Не могу поверить, я люблю тебя. И я тебя тоже, Кэра. Я вот думаю, куда мы отправимся в следующий раз? В тропики. Я уже все выбрала. Это был лучший отдых в моей жизни. Сейчас мне пора улетать, но скоро я вернусь за тобой. Я буду ждать. Семья, я дома. Мы так соскучились, Том. Ура, папа вернулся. Я привез вам подарки. Это две морские ракушки. Вау, я слышу шум моря. Я тоже. Но, дорогой, ты ведь летал в горы. Что это значит? Ты меня обманываешь? Как ты смеешь говорить такое? Если ты мне не доверяешь, уходи. Не хочу видеть тебя в моем доме. Не могу поверить, что ты так поступаешь. Давай поговорим. Нет, ты тут больше не нужна. Я хочу, чтобы мама вернулась. Не будь плаксой. Идем домой. Приготовлю папе завтрак. Привет, дочка. Спасибо, дорогая. Я скоро к тебе прилечу. Жди меня завтра. С кем он говорит? Может, с мамой? Нет, не похоже. Мне пора в рейс, Лейна. Скоро увидимся. Пока. Как бы я хотела, чтобы они помирились. Я прилетел к тебе, Кэра. Наконец-то ты здесь. Я так скучала. Ох, я проголодался. Я как раз заказала пиццу. Как же вкусно. Угощайся еще. Спасибо, дорогая. Давай прогуляемся по пляжу. Здесь так красиво и спокойно. Это лучшее место для отдыха. Давай потанцуем. О, пляжная вечеринка. У тебя здорово получается. Ты тоже круто танцуешь. Мне так весело с тобой. Давай займемся кайтсерфингом. Вау, мы покорители волн. Как круто. У меня для тебя сюрприз. Идем. Ура! Обожаю их! Кэра, ты любовь всей моей жизни. Будь моей женой. Я согласна, Том. Я люблю тебя. Вместе навсегда. Теперь я хочу показать тебе свой дом. Конечно, полетели.
Познакомься, Кэра. Это моя дочка Лейна. Дочка? Я не очень-то люблю детей. А вас никто и не просит тут оставаться. Она мне не нравится, папа. Замолчи, девчонка. Я думала, мы будем жить только вдвоем. Мне некогда вас мирить. Я улетаю в рейс. Подружитесь тут без меня, девочки. Ладно, главное теперь я живу в этом доме. А с девчонкой я разберусь. Лейна, иди сюда. Принеси мне еды. Хорошо, сейчас. Вот фрукты. Вкусно. А салфетки брошу на пол. Хватит, тут уже грязно. Вот и уберись, бездельница. Фу, что за запах? Быстро убери за котом, Лейна. Почему я должна это делать? Наконец-то она от меня отстала. Я могу почитать. Снова меня зовет? Что случилось? Что это такое? Отдай, какую глупую книгу ты читаешь. Хватит ко мне лезть. Привет, дорогие, я дома. Папа, Кэра издевается надо мной. Не слушай ее, дорогой, она все придумывает. Да, дети все такие. Вот подарок для тебя, любимая. Украшение? Ты лучший. Папа, почему ты не веришь мне? Ну все, мне нужно убегать. Скоро увидимся. Люблю тебя, милый. Как ты посмела жаловаться? Я сделаю твою жизнь невыносимой. Девочки, я так рада вас видеть. О, у тебя такая крутая квартира и жених пилот. Как же тебе повезло. Давайте потанцуем, подружки. Обожаю наши вечеринки. Спасибо, что пришли. Было супер. Увидимся, Кэра. Лейна, быстро сюда. Что такое? Ты должна тут все убрать. Опять я? Ну ладно. Если не справишься, я тебя накажу. Ой, привет. Конечно. Давай увидимся. С кем она говорила? Нужно проследить за ней. Я так рада тебя видеть. Это тебе, любимая. Ты самый лучший. Спасибо. У нее есть другой? А как же папа? Мы всегда должны быть вместе. Да, я согласна. Нужно сфотографировать их. Теперь папа мне поверит. Продолжу убираться. Ой, какой аромат! Ты мне уже надоела. Уйди с глаз моих. Спрячу букетик вот здесь. Дорогой, я так скучала. Наконец-то я дома. Привет, папа. Дочка, давно не виделись. Посмотри на это фото. Хм, что это? Кэра, сейчас же объясни, что это значит. А, ты все не так понял? Мне кажется, тут нечего обсуждать. Сейчас же уходи. Почему мне так не везет? Ура, наконец-то она ушла. Нам будет лучше просто вдвоем, дочка. Так, что это? Математика F и химия F? Так нельзя. Лейна, что с твоими оценками? Прости, у меня ничего не получается. Идем в школу. Моей дочери нужны частные уроки. Я готова помочь. Пожалуйста, вот деньги. Позанимайтесь с ней. Конечно, мы все решим. Я обожаю мисс Фиби. Она очень добрая. Давай повторим этот материал. Я помню все формулы. Х квадрат равно 54. Все верно. Mm-hmm. Ты такая молодец. Я горжусь тобой, Лейна. Теперь можешь поиграть. Ваша дочка отлично справляется. Это благодаря вам, Фиби. Спасибо. Ой, подскользнулась. Сейчас я все уберу. Можно и все остальное убрать. Ой, что она делает? У нас стало так чисто. Я приготовила завтрак. Вы, наверное, проголодались. Как вкусно! Здесь прекрасно пахнет. Угощайтесь. Ты так о нас заботишься. Я собрала тебе еду в школу, Лейна. Спасибо, миссис Фиби. Вот мы и на месте. Я тебя немного причешу.
Лейна готова к урокам. Повторяй за мной. Раз, два, три. Прекрасно. Ты просто молодец. Вы можете гордиться ею. Лейна, ты лучше всех, девочка. Я засниму танцы на камеру. Какие красивые фото! Thank you. Том, посмотрите на фото вашей дочери. Она заняла первое место на танцах. Ты такая умница, Лейна. Я счастлива. А вы, мисс Фиби, лучшая мама для Лейны. Выходите за меня. О, как неожиданно. Я согласна. Теперь у нас будет отличная семья. Барби – икона стиля. Больше, еще больше розового. И последний штрих. Что? Где? Я не опоздала? Где мой завтрак? Доброе утро, мисс Барби. Что это? Я хочу Барби Фрэш. Одну секунду. О, непростая задачка. Это будет самый вкусный фреш. Завтрак подан, мисс Барби. Наконец-то. Хм, неплохо. Пора привести себя в порядок. Белоснежная улыбка – залог успеха. Мой любимый аромат. А теперь прическа. Барби знает толк в красоте. Я лучше всех. О, важный звонок. Привет, это Барби. Съемки? Конечно, согласна. Этот фильм станет хитом. Ага. Барби – икона стиля. Больше. Еще больше розового. И последний штрих. Сумочка. О, вы совсем завяли. Хотите пить? Звезда проголодалась. Выглядит аппетитно. Ага. Клубничная, карамельная и холодный микс. Объеденье. Алло, уже бегу. Доброе утро, мир. Лучшее начало Барби дня. Сегодня очень много дел. И начнем с красоты. Мими, это неприлично. Так и быть, я уберу. Какая же ты грязнуля. Отлично, я справилась. Не скучай, Мими, скоро вернусь. Как я выгляжу? Но мы еще не закончили. Так-то лучше. Ой-ой, чуть не забыла. Мими, за мной. Приятного аппетита. А вот и мой завтрак. Быть в форме – главное Барби правило. Кто здесь чемпион? Я так устала. Мне поможет только кукольный чай. Мими, ты со мной? Мисс Барби, важный звонок. Как раз вовремя. Барби слушает. Съемки. Сейчас немедленно выезжаю. Мэри, я так волнуюсь. Мисс Барби, вы справитесь. Куклы никогда не опаздывают. Мне идет? Не очень. Так гораздо лучше. Я готова. Мисс Барби, мы вас ждали. Устраивайтесь поудобнее. Настоящая принцесса. А вот и ваше платье. Срочно на примерку. Мне нравится. И еще кое-что. Принцесса в опасности. Помогите кто-нибудь.
Леди Барби, я уже здесь. Берегись, дракон. Принцесса, со злом покончено. О, Кен, ты такой отважный. Камера, стоп. Какой талант, какой стиль. Мисс Барби, вы спасли наш фильм. Не благодарите. Мисс Барби, для вас есть особый подарок. Как это мило. Звезда счастлива. Еще одна награда в моей копилке. Ей! Я лучше всех. Ой, звезда устала. Мне нужна расслабляющая ванна. Так уже лучше. Пушистых снов, мир. Увидимся завтра. Этот день будет замечательным. Но что бы мне надеть? Выглядит мило и розово. Весь мир у моих ног. О, опять вы? Так и быть, автографы поднимают настроение. Барби, мы тебя любим! Барби, мы тебя любим! Ты лучшая! Ребята, мне уже пора. Я не могу пропустить тренировку. Привет, я Барби. Смотрите, как я умею. Барби, улыбочку. Всего один кадр. Это соберет миллион лайков. Хм, неплохо придумано. Смотрите и учитесь. У-ху! Вот что значит Барби популярность. Ой, сегодня столько дел. Она уже здесь. Она уже здесь. Это уже слишком. Популярность — это так утомительно. Мне нужно побыть одной. Решено, в отпуск. О, какие маленькие чемоданы. Придется обойтись без селфи. О, все готово. Прощай, милый дом. Остановимся прямо здесь. Это будет весело, но для начала надо выспаться. Неужели тишина? Прекрасно. Вот о чем я мечтала. Барби знает толк в отдыхе. Упс, дождь? Хорошо, что я захватила Барби зонт. А вот и мой трейлер. Здесь очень мило. Мисс Барби, подъем. О, извините, кажется, я заснула. Вас ждут на площадке. Вы созданы для этой роли. Всего один поцелуй и готово. Кстати, знакомьтесь. Это наш Кен. Поцелуй? Ни за что! Мисс Барби, это будет великое кино. За дело! Камера, мотор! Никаких поцелуев, сэр! Актеры – это головная боль. Столько хватит! Совсем другое дело. Звезда готова. Работаем! Барби, это я! О, Кен, я так тебя ждала! Это тебе, красотка! Они великолепны! Вместе навсегда! И снято! Гениально! Мы справились! Мисс Барби, это великолепно! И вы, мистер Кен, тоже ничего! Вот как работают профессионалы! Ну, Барби так устала. Кажется, пора домой. Смотрите, как я умею. Обожаю рисовать. Кто здесь проголодался? Конечно, я. И я. Мой любимый завтрак. Объеденье. И не забудьте про какао. Вкусно. Это тебе, Мэри.
Для тебя кое-что есть, Мартин. И, конечно, тебе, Эшли. Мисс Полли, вы лучшая. Я вас всех очень люблю. Я стану художником. Я тоже так могу. Девочки, у нас гости. Кристи, это твои родители. Дочка, у тебя будет новый дом. Добро пожаловать в семью. Подруга, поздравляю. Я так счастлива. Пора собирать вещи. Мы тебе поможем. Машина уже ждет. Мы обязательно подружимся. А как же я? В следующий раз, Эшли. Меня никто не полюбит. Подруга, еще увидимся. Малышка, хочешь поиграть? Ага. Ребята, я с вами. Юху! Ху-ху! Мы команда. Вы это слышали? Кто-то пришел. Райан, вот ты где. Мы твои родители. Тебе понравится с нами. Обещаем. А теперь домой. У тебя будет своя комната. Поздравляю, малыш. А сейчас наша очередь. Вы за мной? О, нет, милая. Мы за Тайлером. Малыш, будь счастлив. Наша мечта сбылась. Я осталась совсем одна. Дорогая, все хорошо? Где же моя мама? Она еще обязательно придет. А пока повеселимся. Пены много не бывает, правда? Так-то лучше. Точно. Мама, я тебя жду. Скорее, приходи. Как я выгляжу? Я мечтаю о дочке. Вы пришли по адресу, мисс. Они все такие милые. Эшли, ты пойдешь со мной? Уверена, она будет рада. Юху, конечно. А еще я хочу сделать пожертвование. Вы чудо. Мисс Полли, я вас никогда не забуду. Кажется, это она. Барби, мы тебя любим. Кто это? Все любят Барби, дорогая. Можно автограф? И мне. С удовольствием. А сейчас нам пора. Барби, ты лучшая. Дорогая, а это твоя комната. Это все мое? Конечно. Мечты сбываются. Тебе здесь нравится, дружок? Дорогая, у меня сюрприз. Обожаю сюрпризы. Тогда скорее открывай. Вау, новая одежда. Ты будешь самой стильной. Мне идет. Пора вставать, Эшли. Но еще так рано. Барби, утро начинается прямо сейчас. И у нас по расписанию йога. Добро пожаловать, мисс Барби. Познакомьтесь, это моя дочка. Привет, Эшли. Ничего не выходит. Все получится, дорогая. Девочки, продолжаем. Ты настоящий талант. Мама, я хочу есть. Значит, готовим Барби обед. Витамины и никаких калорий. Тебе понравится. О, витамины? Приятного аппетита, Эшли. Попробуем. Очень вкусно. Спасибо, мамочка. А теперь переходим к красоте. Готова, Эшли? Мы хотим стать красотками. Конечно, мисс Барби. Мне нравится. Положитесь на нас. Вы в надежных руках. Красота – это просто. Кажется, я попала в сказку. Я вас ждала, мисс Барби. Это мне? Стиль на первом месте, детка. Тогда на примерку.
Теперь я королева красоты. Но у нас еще много дел. Мисс Барби, за дело. Макияж – это самое главное. Выглядите на миллион. И не забываем про аромат. Мы опаздываем на концерт. Я готова, мамочка. О, вы прекрасны. Лучше не бывает. Привет, Элис. Ха, привет, Барби. Кто это? Моя главная соперница. Мамочка, ну ты намного лучше. Эшли, я ненадолго. Не терпится это увидеть. Опять Элис! Верните Барби! Эй, вы куда? Вернитесь! У меня самая лучшая мама на свете! Дорогая, тебе понравилось? Ты была великолепна! Элис, что ты здесь делаешь? Ты испортила мой концерт! Лучше не связывайся со мной! Что ты наделала? Я ей еще покажу! Мама, не делай этого. Она просто завидует. Ты права, милая. Хорошего дня, дочка. Эшли, добро пожаловать в школу. Познакомьтесь, а я скоро вернусь. Всем привет. Тебе конец, новенькая. Держись от нас подальше. Эй, вы чего? Кажется, мне здесь не рады. Ребята, поиграем? И не мечтай. Я просто хотела подружиться. Здесь свободно? Конечно, нет. Надеюсь, больше не увидимся. Но почему? Привет, я Пенни. А я Эшли. Приятно познакомиться. Это же Барби. Привет, ребята. Хочу автограф. А вот и ты, дочка. Это ее мама! Не может быть! Что случилось, дорогая? Эти мальчишки такие вредные. Я все расскажу директору. Зато у меня появилась новая подруга. Я так рада, малышка. Привет, Эшли. Как дела? Мы хотим автограф твоей мамы. Ну, пожалуйста. Дайте-ка подумать. Ни за что. Все пропало, ребята. Пенни, ты уже здесь? Садись со мной, подруга. Эшли, я мечтаю об автографе Барби. Без проблем. За мной. Мама, у нас важное дело. Что случилось, дорогая? Мисс Барби, можно автограф? Для подруг моей дочери все что угодно. А сейчас чаепитие. Вау, Барби чай? Угощайтесь, девочки. Всю жизнь об этом мечтала. Это моя мама. Следующая участница. Могло быть и лучше. Я готова. Можете начинать. И у нас есть победитель, мисс Барби. Это вы. Ты еще пожалеешь. Хочешь вкусняшку, девочка? Ага, вот ты и попалась. Охраняйте ее, ребята. Будет сделано, мисс. Я хорошо за это заплачу. Скоро увидимся. Спасите! Тебе никто не поможет, девчонка. И мы начинаем урок. Стоп, а где Эшли? Я ее не видела. Ее нигде нет. Мисс Барби должна это знать. Одну секунду, это важно. Эшли, пропала? Я уже бегу. Ни за что, у нас концерт. Моя девочка в беде. И что мне делать? Ха, я ее заменю. Ты уверена? Я справлюсь. Тогда вперед, Элис.
Это твой новый дом, девчонка. Мама придет за мной. Малышка, я уже иду. Кажется, она рядом. Я здесь, Эшли. Попались, негодяи. Ты в порядке, дорогая? Мама, это все Элис. Я знаю, что делать. Где ваши аплодисменты, мисс Элис? Вы арестованы. Скучали, ребята? Мы начинаем концерт.